Проводим монтаж козырька. Две опоры поставили. Опоры я уже показывал. Вот это лежит верхняя перекладина. Сейчас еще одну поставим. Вот сюда. И будем ставить. Вон они лежат. Так вот бросаем длинную, и вот так перекладинки эти. Будем ставить их на анкера. Соберем, покажу. Вот они, их тоже просверлили. Тоже все будет собираться на анкера. Вот они, сделаны. Фокусируйся. О, просвежено с двух сторон на анкер. И все. Ладно. Делаем дальше. Вот так вот поставили эти балки. Это уже приварили. Сейчас ставим поперечки. Шайбочку тебе. Такое ощущение, ты только туда залез, понял, а теперь будет казаться, что ты тут все и сделал. Улыбнитесь, Сергуня. Сделал все. Как-то вот так происходит монтаж. Чуть-чуть занимаемся. Жан-Клод, ван сварщик. Ван монтажник. Ну все, смонтировали. А теперь вопрос для знатоков. Ах ты, уже за это. Как я сделал вот такие вот вещи? Видите, на листовом металле. Ну, эту полосу я отбивал. Отбитая полоса. Немножко уже подзатоптали. И зелень, и медь в патине. Вот такие вот штукенцы. Пишем в комментариях, как я добился такого эффекта.